Слушай, Нолик, Нолик, я реально говорю, это кольная фабрика счастья. Это обычный социал. В смысле? Не, ну я понимаю, что это, конечно, не Гринпис, но это чистая, тонкая, социальная ирония. Что ты имеешь в виду? Это художественно, спланированные, мировые тенденции. Чего? Чего? Хуй сосания! Потише, чем потише. Он гонит. Я объясню. Начало ролика помните? Конечно. Так вот, этот метросексуальный абсос с этой своей бородкой, в этом его свитере, совершенно ненавязчиво выглаженном. Помните? Ну. Ну что, ну! Идет, короче, по площади города, или по улице, смотри, или еще хер знает где. Так вот, ему захотелось выпить, и он пиздячит не в соседнее село или деревню за чистой водичкой. Не росу идет слизывать с листьев. Да потому что у него все просто в жизни. Он просто подходит к автомату с газировкой. Макс! И че? И че, блядь? Он тупо подошел к автомату с газировкой. Достал из кармана монету. И таких монет у него в кармане сотни, пригоршни, тысячи. И эта монета заставляет шевелиться невъебенную, не просто большую, невъебенную потофабрику каких-то гномов. Марк, ты гонишь. Это реклама. Это аллегория. Я знаю, что такое реклама, что такое аллегория, что такое прикол. Посмотри, что здесь происходит. Реально. Черви, гномы, глисты, хуйни какие-то. Они сначала наливают, заклеивают, закручивают, ставят на поток, бьют барабаны, херачат салют. И все это они делают за один маленький пятак. Блять, неужели непонятно? Вам это ничего не напоминает, а? Тебе это ничего не напоминает? Нам это ничего не напоминает. Блять, каждый раз вы меня задрачиваете. Хуй знает зачем. Я объясняю еще раз. Это реальное отражение трендов на рынке труда. Неужели, блять, это вам непонятно? Это, блядь, такой глум, который не позволяет себе реально даже международный валютный фонд. Один, блядь, мажористый абсос наебает под себя полмира. И все, реально, потому что ему захотелось выпить. И даже, блядь, не жажда его мучает, а просто, блядь, какая-то хуйня в горле запершила. И все эти азиаты, и все эти мультяшки, все эти люди, черти, блядь, чернорабочие. Черти, блядь, вот твое отношение. Все эти чернорабочие с одухотворенными, счастливыми лицами фигачат сутками за вот эти маленькие кусочки металла, произведенного за границей. И называется это все, как это все называется? Фабрика счастья! Тьфу ты, блядь! Принесите счет, пожалуйста. У тебя есть карточка? Да, нужно будет на чай побольше оставить.